Ангела Меркель вновь осталась без самолета в аэропорту Дортмунда. В правительственный лайнер врезался мини-вэн наземных служб воздушной гавани. Машины забыли поставить на ручной тормоз. К счастью, канцлера Германии на борту не было. Однако возвращаться в Берлин ей пришлось другим самолетом. Напомню, за последние полгода, это уже 7-й инцидент с воздушным флотом немецкого правительства. Ранее Меркель из-за неполадок с лайнером дважды не могла улететь вовремя. В том числе опоздала на саммит G20.